2 сентября наш город ждет уникальное событие – Кубок губернатора Тульской области по конкуру. Соревнование является этапом чемпионата России и пройдет на конкурном поле парка отеля «Грумант». Это единственная в регионе площадка, которая соответствует требованиям Федерации конного спорта России и международным стандартам. Сейчас спортсмены активно готовятся к соревнованиям. Подробности знает София Кириллова. Вот оно, единственное в Тульской области специализированное конкурное поле. Оно находится в парк-отеле «Грумант». Именно здесь пройдет Кубок губернатора по конкуру. Само поле – уникальный еврогрунт сертифицированного состава. Смесь кварцевого песка, фибры и геотекстиля. Под ним – сложная система полива. Все для того, чтобы снизить травмоопасность соревнований. Конкур – самый зрелищный, но при этом и самый опасный вид конного спорта. Двойка-наездник-лошадь преодолевает препятствия, установленные на солидной высоте. В этом вся суть. На соревнованиях по конкуру 2 сентября свои силы смогут попробовать как профессионалы, так и начинающие спортсмены. Конкурсантов ждут три так называемых маршрута с разной высотой препятствий – 110 сантиметров, 140 и самое зрелищное – на мощность прыжка. Высота здесь начинается от 160 сантиметров, а дальше кому как повезет. Кубок по конкуру, который проводит парк-отель «Грумант» – престижные старты. Каждый, кто серьезно увлечен этим видом спорта и намерен в нем выступать, мечтает прыгнуть на этом поле и, конечно, победить. Чтобы сделать победный прыжок, Алисе Кацаповой и ее коню Хлопе придется еще немало потрудиться. Преодолеть страх, научиться понимать друг друга с полуслова и стать одним целым в тот самый опасный момент полета над препятствием. В конкуре лошади более смелые, потому что она должна преодолевать любой свой страх, чтобы перепрыгнуть определенные препятствия. Это как бы и скорость, и мощность, что лошади надо преодолевать высокое препятствие. Алиса и Хлопа заявлены на маршрут 110 сантиметров. Для каждого спортсмена подобные старты – важный этап спортивной биографии. Я как бы продвигаю молодого коня, ему надо показывать свои результаты на престижных соревнованиях, чтобы он себя показал. Я в то же время участвовала как всадница, для меня это тоже определенный какой-то статус. Среди тех, кто будет участвовать в Кубке губернатора по конкуру, много именитых спортсменов, чьи звания, опыт и мастерство позволяют брать самую большую высоту. Но какие бы цели ни преследовали участники, будь то рейтинги, очки или призовые, каждый из них неизменно следует кодексу поведения. Спортсмена. В нем еще с 50-х годов 20 века зафиксирована главная цель конкура – гуманное отношение к лошади. И во главе угла стоит именно ее благополучие, а отнюдь не коммерческие или даже спортивные интересы. София Кириллова, Андрей Ремезов.